Всем доброе утро! У меня утро. Утро началось с того, что я вновь пошла рубить своих утей. Сама ходила. Сергей привез пенек. У нас не было пенька, на чем рубить. Ну, а сам уехал сегодня утром рано. Ну, а мне надо бы их убрать, эти 5 штук-то. Зачем они мне нужны? И вот я пошла, отрубила со моим головы. Теперь вот сижу здесь на полу. Я обычно обрабатываю их дома, на улице не хожу. Мне дом удобнее. Тут и вода теплая, горячая, он греется сейчас. И я тут убираюсь своими утями. Одного уже щипала, второго только буду начинать. Какие же они пенькастые, ужас. Вот он. Ставлю воду. Вода погреется. Потом бачок у меня такой большой. И туда их. Вот чуть постояла уже. Ух, плохо дергается. Одела перчатку, думала, лучше будет. Что-то как-то не очень. Ну, в этом хоть немножко пеньков поменьше. А первый сейчас там ужас. Сейчас буду сидеть с ножиком выбирать. Какое-то мясо себе сделаешь. Вся изнервничает, зазлисься. Ну, кто держит утей, тот знает, что. Сейчас я вам покажу, что это себе представляет уточка. Городские пойдут в магазин. Но они, конечно... Ну, нас ведь не привозят утиное мясо. В основном везде курица идет. А так вот... Она чистенько лежит. Ну, может, на фабрике знает, какой период их рубить. Поэтому, может, пеньков таких и нету. А мы-то, как нам вздумать, так и рубим. Ну, сейчас гляните, что тут у меня есть. Сижу вот на полу. И поглядите, что тут у меня есть. Какие пеньки. Это все потом надо будет выдрать. Я уж одела перчатку. Может, так лучше? Да нифига не лучше. Все то же самое. А в шее тут прям вообще миллион. Ну вот, чуть полежал. И с первым я чую пахлась. Этот уже застыл пух немного. А вчера вроде бы нормально было с 3 штук. Ну, в общем, вот этой ерундой я тут сижу, занимаюсь. И буду заниматься хороших прям 2 часа. Кое-то я обдеру их все, пух, кое пеньки повытаскиваю. А потом только пойду полить, потрошить, мыть. До обеда. До обеда чухаемся. Крылышки. Вам, наверное, ничего не понятно, где тут что находится. Так вот. Пуху все кругом. Пуху. Сейчас обдерется и будет все ясно тогда. Ну, в этом как-то поменьше. А этот вот вообще. Там шея что есть. Что-то он прилипает к рукам. Я не люблю вот это вот. Этот вот я уже обработала. Посмотрите, какая зараза. Вот это все надо вытащить. Но я это вытаскивать не буду. Я вот так вот обрежу и выкину. Мы все равно шею не едим. А тут тоже еще работать и работать. Кругом еще пенечки. На ляжках здесь вот. Вот оно все свое. Пока вот это все выберешь, то есть надо ножик беру и ножиком тогда вот так вот поддеваю и дергаю. Ой! Вот какое занятие мы себе находим. Она вот мне надо. Сидела бы он в окошко, поглядывала или гуляла, ходила бы. Да хочется что-то свое вырастить. Вот она и свое. Самоучися. Пока, говорю, в кастрюлю ее положишь или в духовочке зажаришь. Ну вот показываю вам, как оно есть. Как оно есть в моей жизни. Если интересно, пишите мне комментарии. Спрашивайте, что вам еще показать интересного. Да что у нас тут интересного? Каждый день одно и то же. Сейчас вот зима настанет, и вообще не знаешь тогда, что снять. Тогда становимся у плиты. И тогда смотрим, кого, какой рецепт более-менее подходит к нашим продуктам. Начинаем кулинарничать. Чтобы хоть какое-то видео дошло. Вот такие вот дела у меня, ребята.
Друзья мои, товарищи, зрители. Ну что ж, буду дальше работать. Не буду вас долго манежить. Так 5 минут наснимала, как я тут утку щипаю. Наконец-то я закончила свои птицы. Теперь перерыв будет небольшой. Вот сейчас побила мух, опять зараза летает. Ну что ты, как дверь откроешь, так мухи лезут. Придала им более-менее товарный вид. Все пеньки выдрала. Вот вытирала с них всю воду, которой опять полно. Откуда она берется? Внутрь туда залазил, все вытерла. Пока я в магазин сходила, они уже опять какой-то сок выпустили. Все, теперь я по пакетикам сейчас их и уберу. Как всегда. Куда? В холод. А там нам понадобится, даже рубить не буду, прям так целиком буду ложить. Достанем и в духовочку. Вот опять сколько. Откуда берется? Все вытерла насухо. Ну, так вот килограммчика по 2,5, по 3 будут. Да, они особо жирные не нужны, когда впарит слой сала. Их не знаешь, как тогда съесть. Они противные, один жир у них тогда. А это нормальные. Нежирные. Хочешь на бульонах, щи. Можно и капусту потушить, и картошку. В общем, рассчиталась я своими утками. Теперь буду ждать, пока подрастут мои индоутки. Но потом, сейчас вот не так пройдет время, бройлеров начну колотить. Хватит им. Достала сосиски, которые недавно я привозила. И я, в общем, сейчас их на сковородочку обжарю и с вермишелькой. А там к ним помидорчик, салатик. Вот такой сейчас у нас будет не обед, непонятно что. Еда такая, одним словом. Будем такое кушать. Провозилась я с 9 до 11 часов. 2 часа с этими утками. Пока сходил в магазин, 12 час. Так что по-быстренькому сейчас отварим и покушаем. И поджарим сосиски. Страшненькие осьминожки получились. А здесь вермишелька моя варится. А еще капусту мы не съели. У нас еще капусты тут полчашки. Пол сковородки. Так что покушать есть что. Сегодня 3-й день мы без интернета. Снимать снимаю. Выкладывать когда буду, не знаю. Такими темпами уже октябрь пойдет. У меня все будет видео за сентябрь. Варю вермишельку. Сейчас она прям уже готова у меня. Сын все голодный, не знаю, что поесть. Капусту будешь? Нет. Сосиски будешь? Нет. Яичницу будешь? Нет. А что тогда тебе? Сам не знает. Как баб беременная? Я говорю, Сергей, это какой-то мудрованный, у меня сил нету. Это вчера вечером так. Взял кофе, сырок, поел. Резко ты поел. Хотя дома покушать есть что. Для них уже он сало шматок отрезал, да с помидором. Это же все равно еда. А он сырочек. Глазированный, с кофе. Вот поэтому такой вот, как палка. Дрищ, говорю. Ну что ж, вермишель мой все сварился. Пойду промывать. Не знаю, вы промываете или нет, но мы всю жизнь промываем вермишель. Видала вот в телевизоре, масло добавляет туда, горячая вода. Не знаю, мы всегда промываем. Моем тщательно его. Че моем? Ну мы моем. И в школе мыли, и дома моем. Вермишельку промыла. Теперь осталось на тарелочку есть. Ну, вот так пролетели мои полдня. Занималась с птицей. Сходила в магазин. Еще после обеда пойду опять в магазин. Возьму селедку. Хочет опять под шубой. Ну, хорошо. Ну, теперь только шуба твоя будет на завтра. Сегодня нет. Пока еще пойду схожу, поставлю картошку, морковку, свеклу, яйца надо все сварить. А селедка еще не приехала. Она приедет у нас после обеда. Ну вот, захотел парень. Эту съел. Я только раз попробовал, всю молотил ее.
весь поддончик. Ну, еще сделаю. Раз хочется, пусть ест салат. Время 4 часа вечера. Я сгоняла за селедкой. Взяла ему 2 штуки. Одной маловато, говорит, в салат. Ну, сейчас буду делать по-вашему. Положить в первую очередь картошку, потом селедку с луком. Еще надо ее разобрать, почистить. Чуть какая-то мелковатая. 260 рублей, кажется, килограмм. В общем, 2 селедки мне закинуло как раз на 200 рублей. 200 рублей пахнет вкусно, пряностью. Ну вот она какая. Одна, а вторая мне как чуть поменьше. Сейчас мне надо будет разобрать то, что я не люблю. Но приходится делать. Как хорошо скумбрии. Раз, раз. Ну, не любит он скумбрии. Ему подавай селедку. Ох, эти мужики противные. Приходится перед каждым кланяться. Ну что ж, начну делать. Я уже тут все почистила. Яйца, морковочка и картошечка. Свеколка. Пойду за луком схожу. Лук-то я еще не принесла. Что-то, говорю, не хватает. 2 селедки. Пойду за луком. А вот и лучок. Почистила, помыла. Готов. Начнем. Не знаю, как у вас, девчонки и мальчишки, а у нас пройти нельзя. Дни стоят хорошие, теплые. И вот откуда ни взялась эта мелко-мелко мушка или мошка, или как сказать. И в уши лезет, и в глаза лезет, и везде лезет. И прям противно так. Идешь, то туда залезла, то сюда залезла. В общем, неприятная эта ситуация. И вот она где-то начинает с обеда лететь. И вот до позднего вечера. Время 4 часа. Вот сейчас я пошла. Ну, прям лезет везде и все. И за шиворот, и везде. По-быстренько тогда пробежала, чтобы она не доставала меня. И домой. Даже приношу домой на себе. Вот такая вот ситуация у нас, понимаешь, нехорошая. Так, голову я отрезала. Все это в мешочек. Буду чистить. Разбирать по запчастям рыбу. Хотела сделать завтра его. Да ладно, говорю. Что тут? Долго, что ли? За обед сварилось все у меня для салата, яйца, морковка, все вот это. Ну, а теперь лук. Ой, кот мой, хулиган, прыгнул на раковину, надо его поить. Хотя у него миска стоит с водой постоянно. Напугал меня. Так, лук, в чем я лучок порезала, почистила рыбку, порезала. Сейчас теперь соединяю лук и рыбку, как мне писали. Меленько его порезала. И сюда немножко ложечку маслица. Теперь все это перемешаем. И пусть все постоит немножко. А я тем временем натру картошечку. А лучок пока здесь вот с рыбкой поженится. Форма моя. Картошка. Майонез. И терочка. Буду тереть на терке. Обмазала картошечку. Теперь сюда сейчас пойдет у нас рыбка. Рыбки что-то дюже много. Муж просил побольше рыбы. Значит, положим поменьше свеклы. Морковочку потерла после рыбы. Мне одна зрительница написала, что впервые видит, что под шубы ложили яйца. А другая зрительница написала, что отделяет белок от желтка. Ну, этим я уж делать не буду. Я говорю, какая разница, что белок, что отдельно, что желток.
от этого вкус совсем не поменяется. Да, рецептов много, оказывается, у нас. А как правильно делать, кто знает. Да, мне кажется, его как ни сделаем, все равно вкусный. Сейчас вот тру яйца. Не отделяю их, белок от желтка. Яйца готовы. Осталось потереть свеклу. Я ее смешаю также с майонезом и немножко присолю. Сначала отожму сок. Она очень сочная у меня. И я ее отожму, смешаю с майонезиком и тогда сверху. И все, готов салат у нас. Раз, два и готово. Ну вот и все. Теперь-то я правильно сделала? Пишите мне, делайте замечания, учите, как правильно. Критики я готова. Сын пришел уже, сейчас скажет, давай, буду кушать.